Максима Берлинского, 14. Старый пятиэтажный кирпичный дом 1963 года постройки. Вход в парадное выглядит неопрятно, установлен домофон. На придомовой территории есть скамейки. Во дворе находится современная детская площадка. Мест для парковки автомобилей недостаточно. В доме расположен супермаркет и магазин бытовой химии. Рядом есть несколько киосков и остановка общественного транспорта. Общее состояние дома удовлетворительное.